Всем привет, меня зовут Маргарита, и сегодня я хочу рассказать про модель коляску фирмы Farfella U1. Эта коляска внешне напоминает модель коляски Technum, ну и есть сходство небольшое с коляской UYA-175. Коляска предназначена от 6-7 месяцев, угол наклона 170 градусов у нее делается, три положения спинки, полулежа и сидя. Сзади есть вот такое проветриваемое окошечко. Вот так она выглядит в полулежачем состоянии. Ткань этой коляски лен с хлопком. Также можно уменьшить отдел капюшончика с помощью замочка. Капюшончик также регулируется. Идет полностью алюминиевое шасси у коляски. Вес коляски 6,8 кг. Есть разделитель между ног, бампер расстегивается сбоку, есть пятиточные ремни безопасности с мягкими накладочками и удлинитель спального места, который легко регулируется в несколько положений. Длина спального места составляет 73 см, ширина 33 см. Колеса у данной модели из полуретана, не остаются следов и не издают звуков. Передние колеса поворотные. Блокировки колес у данной модели нет. Есть ножной тормоз. Корзина рассчитана до 2 кг. В комплекте с коляской идет москитная сеточка, дождевик и инструкция. Инструкция полностью на русском языке. Коляска полностью сертифицирована. И у нее есть гарантийный срок 6 месяцев. Кроме этого, конечно же, коляска легко складывается. И это основной ее самый-самый большой плюс. Это, конечно же, компактность и легкость этой модели. Вот таким удобным чемоданчиком ваша коляска складывается, и вы можете ее перевозить с собой. Остались у вас вопросы? Пишите в директ. Пока!